тщательно была поставлена задача мной, и она была поставлена президентом, подготовить вопросы по выплате компенсации родительской платы за детские сады. Лайя Ринатовна, пожалуйста. С 1 января повышается. Как выполняется поручение, как развернута работа? В соответствии с поручениями нами была развернута большая разъяснительная работа непосредственно на местах, в учреждениях дошкольного образования, управлением социальной защиты, управлением образования. Ежедневно проводятся консультативные встречи, организован сбор документов непосредственно на местах. На сегодняшний день родителям маленьких казанцев обращаться в управление социальной защиты не нужно. Непосредственно на местах в образовательном учреждении сдаются документы. Кроме того, в автоматизированной электронной системе электронный детский сад для каждого родителя сверстана памятка по начислению компенсационных выплат, и данная памятка передается непосредственно лично в руки каждому родителю. Имеется необходимый иллюстративный материал, разъяснительный материал в каждом образовательном учреждении. Мы идем по графику с 21 октября сбора документов, идем абсолютно без отставаний. И на сегодняшний день 8079 родителей в полном объеме сдали все документы. Работа будет продолжаться до 21 декабря. Соответственно, мы выйдем на полный сбор документов 21 декабря, о чем будет доложено дополнительно. Спасибо. Еще раз, Лайя Ринатовна, большая работа проделана. Уверен, и деньги предусмотрели в городском бюджете в полном объеме. Изменения вступят, как вы сказали, с 1 января. Очень бы не хотелось, чтобы вот на последний отрезок предновогодний пришлась основная работа, вы называете 21 декабря, хорошо бы, вот, чтобы 1-2 декад декабря вся информация была собрана, и мы ее актуализировали, и чтобы своевременно все наши семьи, которые заявились на выплату компенсации, ее получили. Еще раз, глава районов, просьба, не создавая лишних головных болей, очередей и так далее, эту работу сделать.